Благодарим вас за преображение микрорайонов Убры в нашем городе, за счастье множества семей, которые справили новоселье в новых квартирах, и тех семей, которые наконец-то покинули развалившиеся бараки, за радость жизни в ваших уютных квартирах. От имени детей и взрослых огромное спасибо за великолепные детские, спортивные, закрытые и открытые площадки, за шикарные скверики, где можно погулять и отдохнуть на красивых скамейках и полюбоваться изящными клумбами, за то, что сохранили и высадили много зеленых насаждений и деревьев при строительстве новых домов, за чудесный фонтан, у которого сейчас назначают встречи. Спасибо вам, уважаемый Григорий Иванович, за ваш благородный труд. Желаем в любви, весеннего настроения и продолжайте дарить нам светлое будущее нашего города. С искренним пожеланием долголетия к вам, жители города Ивантеевки. Добавлю, Григорий Иванович родом с Украины, но говорит, я родился в Советском Союзе на территории Украины. 15 лет отслужил в вооруженных силах Советского Союза, потом ушел работать в строительный комплекс. Когда в Ивантеевку приехали беженцы, компания «Инвесттрансстрой» отреагировала одна из первых. Спортплощадки 2 и 3 школам – подарок детям. Григорий Иванович награжден грамотами и благодарностями.